Учителя родных языков со всей России дали мастер-класс по своему предмету. 24 педагога из 19 регионов в течение 2 дней не только рассказывали, но и показывали, как они преподают языки в своих родных школах. Честь нашей республики защищала учительница чувашского языка и литературы Чебоксарской школы номер 33 и по совместительству ведущая программы «Уроки Олимпи» на национальном телевидении Ирина Диарова. В родную Чувашию Ирина вернулась с победой. На всероссийском мастер-классе конкурсанты продемонстрировали презентацию «Мой регион, мой город и моя профессиональная деятельность». Жюри также оценивало 10-минутный видеоролик урока и методический комментарий к нему. Помимо этого, учителя оформили тематические стенды, где можно было познакомиться со спецификой каждого региона. Ирина Диарова успешно прошла все испытания. Жюри конкурса присудило ей 2-е место. Серебряный призер всероссийского конкурса не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас она учат детей родной речи и культуре не только в школе, но и в эфире национального телевидения «Чувашии». Каждую среду и пятницу все желающие познакомиться с чувашским языком могут сделать это вместе с Олимпи. Программа Ирины Диаровой «Уроки Олимпи» выходит в эфир в 18:45.